Ну что же, я приветствую подписчиков моего канала, да и всех, кто вообще смотрит это прохождение. Да-да, играю я в Ордер 1886. Замечательный вообще экшен с элементами хоррора. Ну и вкратце напомню, что вообще творится. В предыдущей серии мы с моим напарником Маркизом замочили целую банду, я бы даже сказал армию озверевших сепаратистов. Да, достаточно хардкорный такой экшен. Это при том, что я играю на среднем уровне сложности. А если высокий ставить, наверное, вообще, то, наверное, сразу будут мочить. Ну и по поводу комментариев. Буду стараться, чтобы было поменьше мата. Просто, сами понимаете, выскакивает из-за эмоций. Ладно, все. Прыгаем. Оба. Ну теперь ты. Держись, держись. Не волнуйтесь, месье, я цел. Да, маркиз все-таки еще совсем зеленый. Это что? Это, я так понимаю, такая отсылка к этому. А, ну такая игра на PS4. И на PS3 она была. Little Big Planet, по-моему, серия. Точно. Газетку не почитать. Ну, то есть, поскольку Sony все это дело продвигала, они любят такие пасхалки делать. Может, лучше займемся поиском полукровок? Терпение, маркиз. Опять это слово терпение. Всегда терпение. О, я слышу там вообще боевые действия. Надо ребят выручать. И Грейну, и Парсивале. Хватит, Джимми, пошли! Так, это не наше. Давай, я прикрою! Есть, сэр! Ну, что будем делать? Надо как-то будет по-тихому устранить. Давай, ходу! Живо! Так, хедшот. Идем. Ой-ой-ой. Отлично, двоих сразу завалил. Автомат, конечно, не самое лучшее оружие. Слишком отдача сильная. Ой-ой-ой. Так-так-так-так-так. Готов. Констебль, не высовывайтесь! Да, сэр, по мне стреляют снизу! Мы уже рядом. Полицейского убили. Ублюдки. Прыгаем. Оба. Ой. Еще один. Давай, вали его, глохат. Ой-ой-ой. Это ты зря. Сейчас я тебя сам на перо посажу. Да. Красавчик. Это что такое? О, Персиваль. Решили пропустить Пинту? Мы встретили сопротивление. Повстанцы, на удивление, хорошо вооружены. Вот маркировка. Узнаете? Один из наших. Где вы это взяли? Идите за мной. Да, откуда у них вообще оружие? Кто-то их снабжает. Это свои. Ну, сейчас посмотрим. Чего там нашли? А где Грейн вообще? Мон дью! Такого арсенала хватит на небольшую армию. Здесь есть вооружение, созданное орденом.
И Грейна даже нашла разрядник. Не знал, что мы теряли партию оружия. Мы не теряли. Вот, помогите-ка мне. Загляните внутрь. Давай посмотрим, что там такое. Ну что там? Essex M86. Термитное ружье. Его же только недавно испытали. Крутая вещь. Я бы сам из такой пострелял. И чё? Тут даже номер не присвоен. Как эти образцы попали к повстанцам? А вот это я намерен выяснить. Прошу прощения, сэр. Вас ждут наверху. Наш выход. Значит, среди вас крыса. Кто-то им все сдает. А где Грейна-то? А, вон она. Мадемуазель требует нашего внимания. И Грейна, мы уже здесь! Держись. Нифига себе. Вперед! Гоу-гоу-гоу. Мы так прохлаждались. Вас понял. Ого. Классно. Ну-ка еще. На крыше. Вижу их. Нужна подмога. Еще один. Сейчас мы вот так. Отлично, готов. Так. Давайте, давайте, горите. Гори, гори, чувак. Еще. Да-да-да, понял, понял. Сейчас я их оттуда выкурю. Фу, вот это бомбануло. Черт! Они ранили копа. Где? Да где они? Я вообще никого не вижу. Калахат, помогите завести его. За руки. Давай, давай, берем. Аккуратно, месье. Мы их прижали. Готовы? Только они нас так просто не отпустят. У них прикрепление. Мы тут как на ладони. Это я без тебя знаю. Давай тащи его. Черт, черт. Они все лезут и лезут. Порядок. Идем. Давайте в дом быстрее. А, черт. Помогите сдвинуть шкаф. Все. Славно. Фух. Неужели мы справились? Лечебная микстурка. Фигак. И все как прежде. Галахад, придумайте, как выбраться. Уже думаю. Куда его ранило? Боюсь, легкая пробита. Вторая пуля в живот. Не, все, он не жилец. Ты отдыхай, сынок. Все будет хорошо. Да вообще надо убираться отсюда подальше. Повстанцы готовятся к атаке. Это карта? Что-то написано, перечеркнуто. MW. Вы храбро бились за свободу. Монами. Повстанцы в 100 футах от нашей позиции.
Прошу, не мешкайте, Галахад. Кажется, я нашел выход. О, молодец. Вот это, конечно, зверь. Всем отойти! Поджигаю! Че мне такую пушку сразу не дали? Опа! Так, ну чё? Теперь хоть проберемся. Донесем? Уже не нужно, месье. Оставьте молитвы, Лафайет. Никакой бог уже не поможет. Ладно, идем. Только я не понимаю, почему они его полечить не могли, это микстуры. Или только на ранения действуют несмертельные. Непонятно. То есть жалко, конечно, мужика. Мы за тебя отомстим. Вот он, госпиталь. Госпиталь. Для него не больше фарлонга. И эти недоноски будут нас там поджидать. Ой-ой-ой. Мятежник убит! Перезаряжаю! Так-так-так. Есть. Отлично, цель. Где там еще-то? Давайте сюда, ребят. Вы сейчас у меня сгорите. А-а-а, хорошо. Ну а что я могу сделать? Я стреляю. Так, есть там кто? Есть. Поджарил цыплят. Nom de Dieu! Что за болваны строили этот город? Повсюду тупики! Отлично, срезали путь. Что теперь? Лафайет, монокуляр! Мне нужно больше патронов! Так-с. Они прячутся за теми колоннами! Троих вижу. Продвигаться вперед! Вижу слабое место. Угу. Если я заберусь туда, смогу обрушить пути. Играй на Лафайет. Поддержите огнем. Это еще что за рыцарь? Фестиваль, за мной. Ха. Весь в броне, короче. Аккуратно. А, черт, вот гад, а. У него такая же штука. Поджарил его. А чё ты ему нифига? Ох, супер. Все, одной проблемы меньше. Тоже все готовы. Так, ну чё? Давай ее подвинем. Готовы. Оба. Галахад, взорвите мост термитом. Кто тебе такую пушку дал? Патроны, патроны. Сейчас расчистим путь. Я заложил термит. Прошу, берегите головы. Раз, два, три, давай. Смотри, сам не грохнись.
Похоже, повстанцы отступают. Идем дальше. Ну правильно, они обосрались нас. Мы двигаемся к цели. Направляйтесь к нам. Понял. Ночлежка чья-то. Газетка. Правь, Британия, но где же королева? Вот эти статьи интересно было почитать на русском. Поражает внимание к деталям. Каждая локация проработана. Просто на 5 с плюсом. Магазинчик какой-то. Бухло. Так, это наше. Эй, где ваш старший офицер? Вон там. Давай. Сержант. Сэр, что рыцарь Ее Величества... Где охрана периметра? Мы слышали кое-что. Лучше не соваться. Каков смельчак? Полиция, конечно, беспомощная. Вы слышите? Что-то вообще тихо. Где остальные повстанцы? Именно. Тут все стихло. Это не к добру. Галахад, вы... Я видел. И что? Полукровки. Они на крыше госпиталя. Надо разогнать их. Быстро. Вызывайте. Страж 5. Это Галахад. Как слышно? Сэр Галахад, это Страж 5. Жду указаний. Страж 5. Запрашиваю немедленный сброс сонарного заряда. Подтверждаю сброс гальтон-заряда. Дайте визуальный сигнал для определения цели. Проклятие. У кого передатчик? Возьмите. Мой коммуникатор. Вот парень и пригодился. Наведение на маяк. Бросаю якорь. Брос гальтон заряда через 5, 4, 3. Чувствую, сейчас бомбанет не слабо. Приготовиться! Выключайте все! Будь открыт. Вперед! Узнайте, откуда вылезли эти твари. Я вас прикрою. Давай, давай. Месье, вам пригодится. Осторожней, друзья. Конечно, маркиз. Только б сработало. Вот и начинается настоящий хоррор. Что ваше хваленое чутье подсказывает вам теперь? Что мы должны быть готовы ко всему. Тоже мне новость. Признайте, вы теряете хватку. Будь я проклят. Что здесь произошло? Опять наши безумцы. Неизвестно еще, сколько народу они убили. Взгляните. Но взгляну чуть позже. На этом месте это завершу серию. А следующая будет очень жуткая, атмосферная. Всем пока.